А вот женская команда гандбольного клуба «Гомель» продолжает радовать своих болельщиков. В минувшем туре одержана очередная победа, которая позволила закрепиться на первой строчке турнирной таблицы. Матч проходил в Гомеле. До этой игры пальму первенства наши гандболистки делили с игроками БНТУ «БелАЗ». Очная встреча между командами определяла лидера. Гомельчанки в упорной борьбе смогли вырвать победу. Первая половина завершилась паритетом на табло 12-12. Но после перерыва результативнее выступили хозяйки площадки. Как результат, победа со счетом 28-23 и единоличное лидерство в чемпионате.